Непередбачене здарення. Минулої ночі відбулося порушення целісності оболонки очисних збудованняў предприятия Туровщина. У виніку стеки з полів фильтрации вышли на сельгасугодзі господарки. Сегодня до середины дня наступствы здарення ліквідаваныя. Зараз проводятся проверки и необходимые лабораторные доследования. Подробности у намесника старшини комитета природных ресурсов и аховы навакольного осяроддзя Павла Новікова. Выданы необходимые предписания, проводятся работы по восстановлению нарушенного участка обваловки и устранению последствий вот этого растекания на полях. Работают на месте специалисты Жидковической районной инспекции природных ресурсов охраны окружающей среды совместно с лабораториями аналитической лаборатории Республиканского центра аналитического контроля с целью отбора проб земель на предмет их загрязнения химическими веществами, а именно азотом аммонийным. Также проводится работа по контролю за качеством поверхностных вод в реке Припять и реке Ствига. В настоящий момент не отмечено превышений, то есть загрязненная вода, сточные воды в реку Припять не попали.